Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим кексы на сгущенке. Для приготовления нам понадобятся самые простые продукты. Это стандартная баночка сгущенного молока, 2 яйца. Я пробовала готовить и с двумя, и с тремя яйцами. Получается и так, и так. Вес моего яйца 60 грамм. Здесь у меня растительное масло. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным или растопленным маргарином, экстракт ванили, разрыхлитель, мука и крахмал. Небольшую часть муки можно заменить на крахмал, от этого кексы получатся еще пышнее. И тесто мы будем замешивать обычным венчиком. В миску добавляем сразу 2 яйца, также добавляем щепотку соли для сбалансирования вкуса и выливаем баночку сгущенки. И перемешиваем венчиком. Рецепт проверенный. Я часто готовлю на таком тесте пироги, кексы. Все ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Также, если, например, у вас нет формочек для кекса, то можно запечь все в обычной форме для пирога или для большого кекса. И теперь сюда просеиваем сразу всю муку. У меня здесь 170 грамм. Добавляем крахмал, здесь у меня 50 грамм, и просеиваем 2 чайные ложки разрыхлителя. 2 чайные ложки это 10 грамм. Еще раз все перемешаем. Выпечка с добавлением крахмала всегда получается более нежной и пышной. Берите себе этот небольшой лайфхак на заметку. И в самом конце добавляем 70 мл растительного масла без запаха. И еще раз перемешиваем. И теперь самое время добавить добавки. Я добавлю 2 чайные ложки экстракта ванили. Вместо ванили можно добавить цедру лимона, цедру апельсина или, например, изюм, орехи, сухофрукты. Это все на ваш вкус. Вот такое примерно по консистенции, плюс-минус, должно у вас получиться тесто. Подготавливаем формочки. Я буду запекать в силиконовых формочках. С бумажными капсулами и без. Посмотрим, как получится. Напишите мне в ваших комментариях, как вы предпочитаете запекать ваши кексы. В силиконовых формочках или в металлических. С капсулами или без капсул. Просто я считаю, что так более удобно потом кушать. Или, например, дать ребенку с собой в школу тоже. И с помощью обычной столовой ложки заполняем формочки тестом примерно на 2/3 части капсулы. Можно немножечко помогать чайной ложечкой. У меня получилось ровно на 11 штук, в среднем получается на 12 кексов. Духовку уже нужно поставить разогреваться на 180 градусов. И отправляем запекаться кексы на 25-35 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Запекаем до сухой зубочистки. Друзья, кексы у меня запекались ровно 30 минут. Посмотрите, какие они у нас получились пышные, румяные и красивые. Даем им немножечко остыть и затем будем доставать и пробовать. Посмотрите, пушистые, душистые, ароматные, очень-очень мягкие. Давайте я разломаю еще. Ставим чай, кофе, можно их присыпать сахарной пудрой. Получается очень-очень вкусно. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч. С вами была Виктория.